Так решила заморочиться с полом. Доску хотел стругануть. Потом думаю, что надо что-то сделать такое, может быть, даже необычное. То есть что-то, чтобы смотрелось по-другому, не как везде. Решил я ее обжечь. Купил вот такой пьезоэлемент, баллон. Такой вот. Купил баллон и начал обжигать доску. Вот что из этого получается. В принципе, оно получается немного практичнее, конечно, чем вот, но похуже, чем если струганул бы я. То есть все равно волокна до конца не прогорают. И получается, что как будто небольшие такие задиры. Но в любом случае она уже намного приятнее на ощупь, нежели, допустим, вот эта еще, которая не прожженная. То есть тут бы постоянно забивалась грязью, может быть, водой. Ну, здесь тоже, конечно, будет забиваться, но не так. Теперь как бы сейчас покажу, как я это делаю. И начинаю медленными движениями вводить, стараться, чтобы загар ложился, так скажем, одинаково. Пардон. В принципе, конечно, это дело такое муторное, занимает очень много времени. Но в целом получается неплохо. Эта фактура сразу начинает выделяться. Если вот так вот обратить внимание, то дерево немножечко сужается. Забирается смола. После этого берем вот такую щетку, просто автомобильную, и сметаем весь этот огарок. В принципе, вот так оно получается. И так мне предстоит сделать это 26 досок.